У меня проблема. Есть стороны моей личности, которые я не могу контролировать. Одна из таких тайн давно тревожит ученых. Это существование нежного человека. Это загадочное, любвеобильное существо наблюдали во многих точках Земли. Однако из-за его природной скромности вступить с ним в контакт и подробно изучить так и не удавалось. Сходи к мозгоправу. Да тут все немного сложнее. Ты уж поверь, я на этом свете все повидал. Это, конечно, неправда. Только не это. Мы никогда не видели проявлений, даже отдаленно напоминающих ваши. Сам факт, что вы выжили после такого, выходит за рамки моего понимания. Я не хочу этим управлять. Я хочу от этого избавиться. Лично я считаю, что этот человек полностью принадлежит армии США. Они хотят использовать это в качестве оружия. Ну, ты видел? Если мы им это отдадим, назад вернуть уже не сможем. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Сила, которая может с этим справиться, внутри меня. Может быть, если я научусь этим управлять, я смогу этим пользоваться. Привет, это Навальный. Невероятно. Привет, это Навальный.